Мы, дайвера, мы уходим в морскую пучину. Дай руку мне, может быть, нам не свидится вновь. Мы, дайвера, и на то есть простая причина. Раз и навсегда с морем нас подружила любовь, а на дне холода море тайны содержит в секрете. Сегодня 19 ноября, и нас пригласили обследовать акваторию яхт-клуба. Марина, Сосновый берег. Марин, Сосновый берег, да? Последние ассортили, записали. Причем буквально ты можешь компьютер в руке держать и просто ну, положил. Пошла выстрелять. Нет, не попросил ими, да? Видно четко, что скала, да? Юр, а смотри так по периметру, там подкопать как-то вот. Да, ну я просто хочу сказать, что не похож на скалку. Это видно подорвал бульдозер. Я потому понял. Что все. Это будет. Его подвязать убрать можно. Хорошо, отлично. Так, значит теперь край лодочки сейчас вот на второй пике. А второй? Да, и поплыли под водой. Здесь в основном рыхлое, песка практически нет. Вот этот щуп заходит полностью без усилия. Вы считаете, да, 3,5 метра. Бульбашки видели, которые я делал? А? Бульбашки выпускал. Ну вот смотри, первая бульбашка 1,70 м. Вторая бульбашка была 2 метра. Уверяю, первая 2 метра, а вторая 1,70 м, третья 2 метра. Куча ям. Да. Ну такой, как взрывом. Характер. Ну, экскаватор греб. Да, экскаватор как ходил. По идее, должен был пройти хороший шторм, чтобы его выровнять. Но оно не выровняет. А тут закрытое. Да, да. Просто оно, это ж не песок, он его не разорвет. Держитесь за его. Тяжелый.
Дальше действие. Давай на выходе посмотрим, Юра. Подожди, подожди, куда он там? Есть здесь 1,7 по глубиномеру, где-то здесь. Посмотри, вот где-то здесь, где-то должна быть баночка. Пошарься, где-то должно быть 1,7 банка в этом районе. 1,7. Вот где-то вот тут оно, вот где они сейчас. Как вот это получается? Может быть, этот отвал, это вот где они сейчас? Нет, отвал, как мы посчитали, 45 метров получается. Вот напротив. Подожди, вот здесь и здесь 45 метров, и здесь. Вот это 2,2 и 2,4. 20, 30. Нет, да, Костя, где-то здесь. А это не красный. Что? 1,7, да? 1,6 скала. Понял. Именно скала, да? Именно скала, что здесь, да? А эту скалу подобрать, как-то убрать? Сейчас посмотри. И будет... Надо здесь 2 метра скала, 1,8. Где? Рядышком, да? Я понял. Отметь, что скала. Где это? 5 метров. Костя, 1,7, да? Да, 1,7. Вернее, где-то 3 на 2, глубь такой. 1,3 на 2? 3 на 2. Плитай, а? 3 на 2 такой глубь. 1. Бурлик. Высоту где-то 0,6. 3 на 2, да? Да. А сколько это по массе может быть, пацаны? Ну, 3 на 2, 6 квадратов на 0,6. Это 1,8 куба. И минимум считаю, что на 800 кубов. 1,9. А? Так, все. Ребята, ребяточки, цепляемся. Не подтянешь их. 3 тонны почти. Ребята, цепляемся за траницы и поехали уже это самое. Короче, решать. Только не протусы, вы маслаете ластами. Не надо. Сейчас я назовусь. Юрик, цепляемся за транец, выходим. Костя, а эти по 2,8. Где это самое? Поднимаем. А ноги, блин, реально колики на ногах. Чего? Или ласты зажимают? Не, видимость хорошая, сейчас просто мы уже... А я тут было лучше. Шапочку дай ему, шапочку делай. Просто здесь солнце уже пропало, понимаешь? Да, солнце зашло. Так, 19 ноября. Температура воды 5 градусов. Да, 5 градусов, 37 минут были, самая глубокая 2,9. 37 минут были под водой. На глубине самого глубокого места акватории 2,9. Что это такое? Вот это промеры, где высоты такие были, глубины. Там, где мы делали отметку согласно карты, исполнительной схемы углубления. Ясненько. Теперь это все перенесется на основную карту. Да.
Да, согласно планшету глубин, которые нам выдали ранее, которые делали углубительные работы в этой бухте. Обнаружили два объекта, больших две скалы. Одна скала, значит, в районе 2 на 3 метра, высотой 0,6 метра. И второй, вон видите, даже буй, вон буй, поставили маркер. Да. Там находится скала буквально метр высотой и 1,5 на метр шириной. Для того, чтобы сделать нормальный проход для яхт и судов маломерных, которые будут сходить для в эту бухту. Для прохода и постановки. Вот наша была задача обследовать, и мы это сделали. Значит, в следующий раз будем делать подъем этих препятствий.